Как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации? Численность населения земного шара, вот с тех самых 7 миллиардов, которые на этой неделе будут достигнуты, к концу века должна снизиться до 2,5-2 или даже 1,5 миллиардов человек. И наша страна способна внести реальный вклад в решение этих беспрецедентных вызовов. Сегодня возникла реальная технологическая возможность в процесс эволюции человека. Цель – создать принципиально новый подвид Homo sapiens – служебного человека. Сегодня биологически это становится возможным сделать. Свойство популяции служебных людей очень простое. Ограниченное самосознание и когнитивно это регулируется элементарно. Мы с вами видим уже это происходит. Управление размножением. И третья вещь – дешевый корм – это генно-модифицированные продукты. И это тоже уже все готово. Значит, фактически сегодня возникла реальная технологическая возможность выведения служебного подвида людей.